А вы знаете, кто такая или что такое сбежавшая невеста? Это долгожданная, долгожданная гортензия. Мы Сейчас ее покажем. нашли. Опа. 40 сбежавшая невеста. Мне подвезло, и я нашла взрослое растение. Не пришлось из черенка растить. Вот такую красоту мы нашли и домой купили, притащили. Ждем, когда полностью распустится. Но она уже и сейчас красавица. Ампельная, как обещали. Вот, это все ее ветки. Это все она. Скоро зацветет вот этот весь ряд гортензий. Ну ты ж пройди покажи метелки наши, метельчатые. Ждем феерии. Ждем феерии, все правильно. А потом еще вот там. Бить почему-то из-за освещения, наверное. Вечер темный. И вот еще. Еще детей не знаем, куда пристроить. В кружок собрались. И вот еще. Мы не знаем уже, куда их расставлять. И еще вот куда тут их сажать. Сначала мы болели розами. Сейчас розарий покажем. Потом мы заболели метельчатыми гортензиями. Но розы еще остаются у нас. Ну а куда же им деться? Мы от них не отказались. Пойдем глянем на розы. Покажу вам, посмотри, как красиво возле фонаря. Метелки дихеры мелкие распустились. Какая вуаль шикарная. И лилии к ним пристроились. И чего тут только у нас нет. И пионы, и спиреи, и розы. Это только начало цветения. Это только начало. Вот весна ранняя, а цветут все равно, как положено. А вот это все розы. Это все розы. Розы, розы, розы. Ждем-с. Ждем-с. Все на бутонах. Вот начинает ангела цвести. Это только начало. Все зацветет, еще снимем. Вот такой у нас сегодня вечер. 5 июня 2024 года.